На сегодняшний день активно ведется работа по цифровизации налоговой системы. Для предпринимателей, использующих внедряемую трехкомпонентную интегрированную систему, в Казахстане предусмотрены налоговые льготы, то есть данные можно регистрировать онлайн, принимать безналичные платежи. Подробности в следующем видеоматериале. На сегодняшний день на основе упрощенной декларации внедряются удобные системы для индивидуальных предпринимателей. Одна из них – трехкомпонентная интегрированная система. В этой связи руководитель отдела развития индивидуальных предпринимателей остановился на преимуществах данной системы. В период с 2020 года вводится в действие трехкомпонентная интегрированная система. Данная система состоит из трех блоков. Это контрольно-кассовая машина с функцией фиксации передачи данных, системы, предназначенные для приема безналичных платежей, а также аппаратно-программного комплекса. Трехкомпонентная интегрированная система применяется для учета процессов торговли, оказания услуг, выполнения работ и учета товаров в налоговых отчетах. В данной системе отражается движение товаров, а также элементы, позволяющие сформировать налоговую отчетность, в том числе и по заработной плате наемных работников. Данная система призвана облегчить ведение учета и исполнение налоговых обязательств индивидуальными предпринимателями. Сутью системы является объединение на базе единой информационной платформы онлайн, контрольно-кассовая машина, посттерминала и системы учета товаров и услуг. ТИС должна обеспечить соблюдение прозрачности процесса продажи, автоматизировать учет и налогообложение. Кроме того, специалист добавил, что для индивидуальных предпринимателей, использующих данную систему, существуют специальные налоговые льготы. В настоящий момент ведется массовая разъяснительная работа в Управлении государственных доходов по всему городу Семей среди населения города Семей. При этом направляется на радиорубки извещения в всех СМИ, в газетах. Размещается информация на нашем сайте УГД по городу Семей, Инстаграм, Телеграм и других социальных сетях. Все это делается с целью информирования налогоплательщиков. Для установки данной трехкомпонентной интегрированной системы и преимуществ ее применения. В настоящее время в единый реестр ТИС внесены три модели трехкомпонентной интегрированной системы. ТИС имеет в наличии модуль налогового учета. В данной системе отражаются движения товаров, а также элементы, позволяющие сформировать налоговую отчетность, в том числе и по заработной плате наемных работников. Трехкомпонентная интегрированная система облегчит исполнение налоговых обязательств для индивидуальных предпринимателей. Талшын Шакыртхан, Рустем Кайратулы, Адижан Бисенгазинов, телеканал «Семей».